наша иллюзия, что мы можем заставить другого человека видеть мир так же, как его видим мы, задача нерешаемая. Он все равно его будет видеть как-то по-своему. Ваша задача, когда вы взаимодействуете с человеком, найти общие точки соприкосновения и на этих вот общих позициях сформировать здание ваших отношений. Оно может быть объемным, если этих точек много, и оно может быть, ну, не слишком объемным, если точек соприкосновения у вас с ним мало. Вот, но заставить перековать его, сделать его под себя другого человека невозможно. Даже своего ребенка невозможно сделать таким, каким вы хотите его видеть, потому что он другое биологическое существо с точки зрения его генетики, с точки зрения условий, в которых формировался его мозг. Он другое существо с точки зрения того опыта, который он пережил и так далее. Поэтому невозможно других людей сделать под себя.